Роскачество совместно с Минпромторгом России подвело итоги всероссийского исследования качества хлеба. Оно стартовало еще в июле прошлого года. За это время эксперты проверили 176 брендов хлеба 62 регионов всех федеральных округов. В ходе исследования продукт проверяли на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни. Устанавливали такие физико-химические параметры, как влажность, зольность, количество клейковины. Детально изучили качество всех ингредиентов, использованных на производстве. По итогу, абсолютными лидерами по количеству правильного хлеба стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. В список вошел и 33-й регион. Мы в середине рейтинга вместе с Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областями и Краснодарским краем. Замыкает топ лидеров Вологодская область, Тульская, Кировская область, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург.